Это надо, этот момент надо запечатлеть. Боже! Я не хочу больше Жора играть, серьезно. Меня бесит то, что он постоянно записывает. Это раздражает, серьезно. Садитесь. Владимирский центральный ветер 7. Жора записывает и не выкладывает. Не, он выкладывает, блядь, вот в чем вся проблема. Выкладывает в YouTube? Да. А куда, блядь? Зачем? ВКонтакте, что ли? Можем ВКонтакте. Я вперед побежал. Зачем, блять? ВКонтакте вообще никто видео не смотрит. Ты вот смотришь видео ВКонтакте, я нет. Да. Не знаю, да. Может быть только фильмы, и то редко. Я фильмы вообще никогда ВКонтакте не смотрю. Вот фильмы я конечно смотрю ВКонтакте. А вот видео смотрю. Не знаю. А чё, какой смысл смотреть их, если в Ютубе все то же самое? А из Ютуба же все перекидывают. Ну все. В Ютубе все раньше появляется намного. Самые годные мимосы. Изначально ВКонтакте. Да. Мимосы, но не видео же. Ну, видео мимосы. Видео мимосы изначально появляются все в Ютубе, это тебе отвечаю. Потом их перекидывают ВКонтакт. Нет. А зачем мне вообще нужны эти витамины? Нахуй они нужны? Да, там не будет, да. Я выбросил вчера 3 пачки, блин. Так, одну съел, блин, ничего, все равно ничего не происходит. Жорик, как тебя, с ветерком едем? Да, нормально, нормально. А, я вас уже слышу. Да блин, естественно, эту хуйню, по-моему, на весь сервер, сука, слышно. Она, блядь, такая громкая, что пиздец какой-то. Я тут продуктовым тарюсь, не проявляйте. Покупки. На остановке остановитесь, пожалуйста. Вот, и это. Слушай, можешь притормозишь, а? Я хочу на Airfield. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, меня выпусти хотя бы. Нет. Ну выпусти меня! Нет! Только на остановке. Ты потом умрешь, Жора, нет! Ну блин, я хочу побегать, да по нет, Фью. Ничего, Гоша, ты мелкая, ничего. В смысле, там патроны! Все, что там. У тебя что, патронов мало? Да, мне надо больше патронов, я бог патронов. Сам, он вчера тебе тонну патронов подсыпал, Карлан, мне. Самолет упавший, что ли, как-нибудь? Да, ну. С неба. Да. Это самый лагованный город, по-моему, вообще на свете. Он офигенный. Ну, офигенно. Вообще это символ всего DayZ, то есть как бы, когда вспоминают DayZ, там типа, есть кто в черно, Брэдли? А почему он такой лагованный? Почему здесь здание это кривое? Почему они не могут его починить? Какой кривой? В него самолет врезался. Ты вот это видишь, Даня? Вот это здание. Не тот, который разрушен, а вот это, блядь, которое, сука, пол куска дома в воздухе висит. Какое? Я не вижу отсюда. С циферблатом. О, Гоша, привет. Вот иди сюда, Карлен. Я не могу понять, Дань, милицейка, она на берегу. Вот ты вот. Иди по берегу, чтобы вода была справа, смотри в город. Она там одна, считай. Вы вот говорите. Сразу видно вверх, крышу. Да. Вы вот говорите, это символ, сука, DayZ. Вы, блядь, посмотрите на это здание. Они могут его пофиксить. Это не про то, в который самолет врезался, он про. О, колеса для автобуса. Ебать всё. Это здание, я его уже видел 1000 лет в скриншотах ВКонтакте, они до сих пор его, блядь, не починили. Пиздец, это хуйло пиздит о том, что не починили, многим оптимизацию не завезли. Блин, ну а ладно, там оптимизация это сложно, я понимаю, там рендер, все такое. Ну, блядь, здание, там можно, блядь, текстурку наложить. Во, тут мы, кстати, с Сильвером когда гоняли еще в Дейзмоде, мы тут встретили человека, побибикали и проехали. Хм. Даже не стали ничего делать. То есть не останавливаться, не разворачиваться, просто проехали. Знаешь, лампово, когда едешь, тебе навстречу фары горят. Прям, знаешь, такая родственная душа кажется. Он тоже побибикал нам. Такое чувство, что мы с ним это хоть в очко ебать смогли. Ребят, поглядывайте в будочки, там, может, колеса увидите. Да, ну, я, по крайней мере, отсюда ни хрена не вижу. У Жоры прорисовочка больше всех. Сука, у Жоры тень от автобуса есть. А у тебя что нет? Нет! Так я же говорю как раз про тени. Тени у меня охуительные, лучше, чем в Assassin's Creed, блин. Электро, еще название такое, мне кажется, должно быть, по идее. Типа там электричество, всякие машины. Боже. Ну, в общем, поворотов нету тут нигде. Тупо езжай прямо. Нормально? Че, застрял? Чё стоит? А, колесо лопнуло. В смысле? О, серьезно? Ударились об автобус, называют. Сука, пиздец, сука, все пошло. Все, придется лутать.
И Даня в итоге еще съебался. Слушайте, так заднее колесо это просто два соединенных вместе. Господи, блядь, порылая тварь. Ты, блядь, не видел это до этого. Как ты мог, блядь, этого не видеть? Не-не, я просто на диске сейчас посмотрел, я сейчас реально это понял. Твою мать, пошел нахуй со своим аутизмом, блядь. Слушайте, блин, круто. Оп. И в обоих по колонке. Кстати, где мы там еще ехали? Прям в центре города торчало колесо двойное заднее от автобуса. Мы ехали по берегу. Ну да, да, вот прям в центре, прям на дороге лежало. Кажется, где-то было до Черногорска вроде. Вроде в Комарово или в Каменке. Так, Карл, давай подтягивайся сам потихоньку в Черно. А я убегу. С колесом в руках. В Черно? Ну да. А, сюда? Черно. Ну, из электро в Черно бегу по пути сейчас. Угу, я сейчас даже до автобуса не дошел. Ну это понятно. Иначе бы у тебя не было бы уже колеса. Сейчас нам еще одно колесо седановское осталось, и считаю, у нас плохо едет. И что, мы бросим автобус? Да в пизду это дерьмо. Неповоротливое. Главное, чтобы все колеса были пристен, тогда машина будет управляться еще лучше. Как бы, а вот этот автобус, он очень плохо поворачивал. Я думаю, это было видно. Да. Сука, трак. Кто там у автобуса тусует? Даня? А? Ты в автобусе? Нет. Нет. Чё, нет? А, это... Да нет. Да короче, Даня, если так шутит, просто хуячь в него и все. Если... Ты тоже так шутил, к тебе отмор тоже могу. Да, но я перестал так шутить. Вот прямо сейчас. Ну и чё вы колеса достали? Это я принес одно, одно тут лежало. Угадай что? Карлан, как ты думаешь? Переднее колесо для автобуса. Где мой? Где мой фал? Я тебя люблю, Данечка. Данечка. Где ты? Данечка, 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 Данечка. Колесо? Даня, иди ко мне. Даня. Ебланы конченые, да. Сука. Да я тебя вижу, Даня. Да, ты меня видишь? Я вижу тебя. Есть вероятность, что я ошибаюсь. Я вижу тебя, Даня. Я знаю, что ты тут. Ну, насколько я помню, это было здесь. Я знаю. О, господи, ты такой наивный. Ты серьезно думаешь, что ты спрячешься от меня в кустике? В смысле, я за тобой бегу. О, господи, а. Ну чё, пойдём... Кстати, изоленту нашёл. Пойдём этих искать. Ладно, всё. Да мы вдвоём погнали за мной, вон туда, типа, дорожки. Ой, Артём, чё, где? В погребке встретимся тогда. Ладно, хорошо, буду один тогда туда бежать. Потому что мы сейчас через горы пойдём туда. На крайней там машина фул заправлена. Угу. Я не могу понять, откуда я выслушал. Ну я слышал выстрел отчетливо. Ладно, если умру, то похуй. Обидно же будет. Да нет, у вас же колеса. Вы сейчас приедете, машину соберете и все. Закиньте меня на Airfield и все. Ну да. Как бы машина собирается для того, чтобы кепок вывозить. Как бы нам-то похуй. Нам-то ничего не нужно, кроме хеликов. Мне-то уже вообще, считай, ничего не нужно. У меня есть пожарный топор, одежда, которую я хотел, и фал, который ваншотает. Ну, блядь, ваншотающий ствол на 20 патронов. Да, без прицела, но ваншотающий. Сейчас еще, если в обновлении ближайшем добавят прицелы для фала натовские, то все, пизда всем. Я всех порежу. Так, я на горе. Каким фигом ты на горе, тебе тут нет? Я опять слышу ебаную машину. А вон он-то, вон он-то. Жора где? Да, на самом деле. А, опа, все, идем. А ты где? Да вот он я. Сзади. Да левее от вас, господи! А, о. Сзади он.
Я вижу Жору, я не вижу Карлена. Где ты? Я за тебя, да. Содержись за Жорой тогда, понял? А вон я вижу. Слушай, ну да, от первого лица, ну-ка. Вау, салончик, салончик. Артём. Блин, круто. Блин, и у Некра, как всегда, шлем сломан. Вот это тут направо поверни, короче, мы где-то отсюда выехали. Если Даня не дебил, то найдет. Круто, круто. Кто дебил, я не знаю, а? Вот это я понимаю машина. А, вы чё тут занялись? Чё, пацаны, вру-вру, мама. Как раз четверо. У, сеть найдем. Мне надо, я для винтореза могу гили сделать. Чё, поехали дать. У, чё слышь? Ой, и скорость просто. Ты понимаешь, тут первая передача, она как... Куда едем, Карл? Давай. А нам куда надо? На берег, вот, сеть надо найти. На берег? Короче, с Рогова давай, и через Рогово в Кабанино. Мне на Эрфилд надо заехать. А, ну гу. Ну тогда направо. Направо? Чё ты? Нет, погодь. Ну, прям. Да направо. Кто топово по картам ориентируется, едет? Блять, тебя знаю, ты уже вон их завёл, блять, полтора часа сидел, ждал. Да, всё правильно. Артём, вот тут. Ну, а первым заехал. Сейчас включить фары. О, я с негром все. О, Артема, это нашивка, американский флаг на. Ага, я в Волге еду. Карлен такие и Артем, они таких. У них американская форма. У меня российская форма, а у Жоры. Жора. Жора, да. Блин, да че. У кого колесо плохое? Че, колесо лопнуло? Нет, у кого-то плохое колесо меня заносит. Сейчас, смотрите. Точно? Да, я еще одно положил в комплекте. Странно. Серьезно, вот в бок ввело, видели? Да бывает, это баги. Это ДЗ, забей. Хотите вообще? Бывает. Может быть, слишком быстро разгоняться не надо. Давай, да, особо не разгоняйся. Я понимаю, хочется, да, ну. Почему негр такой грустное лицо, я не понимаю. Да посмотрите, у него горка просвечивает. Ни у кого горка не просвечивает. Да я ему уже говорю об этом. На стекло просто одет. А ну чё, ты лысый? Блин, я ж банан твой съел, извини. Я больше так не буду. Чё, брат, нашли машину со скоростью 120 км. Едем, блять, на первой скорости. Поехали, ебать, на третьей. Один раз живем, пацаны. Ускоряйся, когда деревьев не будет. Я так это, знаешь, у меня, короче, руль, руль двигается, а руки вот там они. Сейчас носит немножко. Я не пристегнулся, а если нас остановят? Да ладно, нормально. Где мое детское кресло? Мне тут мне GPS говорит, тут ментов нет, нормально, сиди тихо. А ну-ка, сиди тихо. Нас поймают, нас спасают, потому что мы обезьяну из зоопарка угнали. И смотри, он голову прячет себя. Карлен, посмотри на меня, как ты делаешь, слышишь? Вот, сейчас носит. Карлан, смотри на меня. Видишь? При поворотах. Вот в поворотах, наверное. Видимо, на наклон. О, ты вот так берешь такой. Слушай, как. Тут-туру. Да она вообще не поворачивает, ей-богу. Я вот еду выше 60, мне уже как-то стрёмно. Да до 120 по полям разгоняйся, чё. Да? Я ж могу. Нет. Вдруг там камень будет. А мы не увидим. Или еще хуже кустик. Еще хуже, обойма. На военную заедем? Обойма от СВД. Поехали, заедем. Во, прям вот сейчас вот по проселочной дороге прям вообще так прям прикольно, как будто реально на машине едем. Блять, вот у меня на соседнем Жора должен быть Карлен, потому что Карл штурман. Так, у меня там такой звук был, как будто что-то произошло плохое. Там где вообще? Это милитари база? Вот такая. Уже? Дичина. Ну это маленькая, наверное. Там у казармы. Ну тормозить будешь, да? Все, тормози, куда поехал? Сейчас. Выключи двигатель. Кидал. Хорошо, босс. Так, давайте, не все. Да ладно, что, быстро осмотр.
Я боюсь, тут кто-то может быть. Да не. Я пока развернусь. А. Хотя зачем? Мы можем проехать тут по прямой. О, кстати, калаш. Блять, разворачивается она, конечно, идеально, ей-богу. После автобуса этого ебаного, который пока повернет, не знаю. О, тут это. Тут это. Стёклышко для горки есть. Не, мне только Combat Knife нужен. Мне не надо, я специально его снял. Мне нужен Combat Knife, пацаны, поняли? Потому что если я его одену, у меня тогда не ставится этот маска Артём. Нет, маска ставит. Вообще-то ставит. Я тортилу нашел, да? Попробуй. Не, у всех тортил. О, чё за? Раньше не ставилось. Тебя не ставилось на противогаз. Бред какой-то. Боже, как сам моргает. Я у вас на сервере? Да. Да, на Гиридю. Даниил! Тут Даниил ник написан. Даниил, это даже не Даниил имя. Жора, я тебе нож в спину вот я тебе говорю. Какая разница, господи, Даниил, Даниил. Ой, а хлопья нашел. Чипи-чип 100%. Слушай, а темнеет ведь? Красиво, ты где, кстати. Ты чипи-чипси комнату. Я ищу нож. Давай речь, я заебался уже стоять посередине дороги. Что-нибудь острое ищу. Пистолет нашел. Что-нибудь острое, пистолет. Покушать нашел, господи. Карл, давай я тебя в Нижнее... Ой, Дань, давай я тебя в Нижнее приеду, убью. А потом... Мне кажется, он может сам убиться просто. А ты где вообще? Я в Солнечном, считай. А, да, ну давай. Приехать и убить тебя? Да, тут арбалеты, пистолеты валяются всякие. И, братан, до свидания. Тут какой-то паря сидит. Слушай, я не убил? Блять, там какой-то паря. Сука, за моей машиной паря бежит какой-то. Ну, убей его. Блять, твою а тут мать. Двойное колесо для автобуса. Сбей потом. Его просто. Сбей и все. Нахуй надо, я не хочу кепку убивать. А, он без всего? Ну, он, едь знаешь... по дороге, просто избивай меня. Ты понимаешь, мне от Солнечного еще до Нижнего доехать надо, пока я доеду. Поэтому побегай, пока буду дать. Ну да. Я подъезжаю только. Так, на сервере есть люди, поэтому надо быть поосторожнее. Да, я уже поосторожнее. Он, главное, знаешь, подбегает такой, он даже не стрелял. Я бы его не заметил, кстати. А у него оружие было? Топор, что ли? Бля, пиздец, я что-то расслабился. А если он что-то из машины взял? Маловероятно, он только подбежал. А, да, ну. Блять, меня развернуло! Пиздец, у меня колесо пропало. Пиздец, меня бесит эта машина. Ну, лучше же, чем автобус все равно. Дань, мне пофигу, беги в Солнечный. Я не знаю, как ты собираешься это делать, но беги в Солнечный. Из Солнечного дальше ко мне. Пиздец, колеса, главное, еще нет. Потому что вот все твое забирали. Да, но ты... А как ты колесо опять потерял? Да я врезался, блин. Меня развернуло и врезался просто жестко. Колесо демейджит теперь. Мой руин это вообще. Так же давай речь. Бегу, бегу. Тут даже не надо переспавниваться. Можешь переспавниться, может Солнечным повезет резнуться. Ну, да, Жора, ты... На, ты на Айрфилде точно. Я тут надолго. Нож мне забери. Угу. Прикинь, Даня, я нашел на одном американском рекраше три пушки, одна из которых АУК, и это, фан, два фана и один АУК, который, Артём говорит, что типа самое редкое оружие в игре вообще, прикинь? Не самое редкое, а самое легендарное. Офигеть просто.